Воу, ребята, всем привет! Вы на канале Чаннермен, и сегодня, ребятки, вы уже как поняли, я вас буду учить делать ваш первый видео, ваш первый монтаж, потому что на самом деле это не так все сложно. Так, ладно, ребята, поехали сразу же. Давайте так, делать монтаж мы будем в Adobe Premiere. Значит, все просто, вы открываете Adobe, у вас появляется табличка. Здесь вы просто задаете название проекта, дальше место, куда сохранять, и в принципе все. И здесь, если у вас, конечно, есть возможности видеокарты выбрать ее чип, то можно поставить, у меня нет. Так, здесь мы ничего не трогаем, нажимаем ОК. Проект у меня уже есть, я его перезаписываю. Окей, да. Ребят, на самом деле все проще, чем вы думаете. Делать монтаж видео нужно просто всегда делать практику, то есть всегда практиковаться. Первое видео, понятное дело, все эти иконки, все эти различные надписи непонятны, что за что отвечают, но это все со временем. Вот поверьте все, потому что у каждого это было, у меня также было когда-то, когда я открывал. Перешел я с Sony Vegas на Premiere Pro и ни капельки не жалею. Вот. Так, ну что ж, давайте, я вам буду показывать, в принципе, на своих видосах и буду показывать, наверное, сегодня в этом уроке чисто черновой монтаж. Черновой монтаж — это очень важный процесс, это самое сложное, когда только вы заливаете все свои файлы в какой-то редактор, там, допустим, это у нас пример, и там начинается черновой монтаж, склейки различные, отброс лишнего. Итак, я сделаю коротенькое видео. У меня есть канал, где у меня есть видосы. Делали мы фильм такой мини-терминатор пародия. Итак, вот у нас, допустим, есть вот так вот я возьму 5 видео кусков, перекидываю их в Adobe Premiere. А, значит, эти куски сделаны как у меня. Я специально делал много дублей разных, чтобы было с разных позиций. И давайте сразу качество у нас будет, да, стоит нормально. Я делал разные дубли для того, чтобы выбрать самый лучший. Например, с телефоном, да, смотрите. К примеру, вот у нас есть телефон. Так, это у нас идет парень, Серега его зовут. Вот, ну, вытаскиваю телефон. Здесь у нас телефон, здесь телефон, здесь телефон. Смотрите, ребята, я не знаю, что вы будете снимать. У каждого будет свое что-то именно. Я не знаю точно, что у вас. Возможно, у вас вообще будет какой-то летсплей. То есть это какая-то видеоигра, но суть монтажа, в принципе, не меняется. Единственное то, что летсплей, там, в принципе... Ну, как бы там, в принципе, тоже черновой монтаж изначально идет. Подрезка, обрезка, подогонять различные моменты, да, там, буйки всякие разные. Так, смотрите, что нам надо, например. Ну, смотрите, я вам буду сейчас объяснять, а вы будете понимать то, что я вам говорю. Вот смотрите, у нас есть, значит, кадр. Мы, то есть, будем собирать пазл. Мы сейчас из видео будем собирать пазл. Естественно, когда вы создадите свое видео, у вас тоже будет съемка и будет какой-то пазл. И вот на стадии чернового монтажа нужно сделать этот пазл, собрать хотя бы как минимум, понять, что у нас будет. Когда черновой монтаж уже будет, уже сделан хотя бы как-то, да, мы уже можем уже исходить и понимать, что у нас, то есть мы собрали картинку, да, собрали пазл и уже будем дальше думать, уже какие эффекты, какая музыка, все дальше, дальше, дальше. Смотрите, вот, например, у нас идет Серега, да, то есть идет вот персонаж. Давай так сделаем, я отключу звуки, чтобы не было. Так, вот, например, он стоит, естественно, на видео я за кадром ему говорю, иди, он идет. Так, отлично, вот он идет, здесь он достает телефон, на этом съемка заканчивается. Что я делаю? Я просто беру, вот у нас здесь есть панельки, вот, это у нас выделение, в общем, двигать все. Ну, проще говоря, давайте сделаем так. Чтобы нам отрезать кусок, то есть разрезать, в Sony Vegas это английское S обычно, а здесь буковка C, то есть английское C и русское S. Вот оно лезет, можно выбрать, в принципе, здесь, неважно. И если нам надо вырезать какой-то кусок, то мы его, допустим, здесь обрезаем, выбираем инструмент выделения,
выделяем, delete, удаляем. А, ну можно же сделать как еще? Смотрите. Можно просто взять, выделить и подогнать, просто потянуть за край, да? И мы тем самым, в общем-то, убираем лишнее. А, и еще момент, я вам скажу, привыкайте сразу к горящим клавишам. Это очень вам просто облегчит дальше. Например, мы сейчас делали много движений. Брали здесь инструмент, выделяли. Но если я нажму просто одну букву W, все, у меня ушло, все обрезалось. Отлично. Так, ну я думаю, с этим мы пока разобрались. Допустим, я подрезал, и следующий кадр у меня идет какой? Он достает. Следующий кадр, вообще, по идее, у меня должна быть крупный план его руки. Но это опять же, да, вот он меняет план. Это опять же вы должны уже заранее снимать, что будет. То есть продумывать сцены, писать какие-то раскадровки. Вот, отлично. Вот он здесь у меня. Он здесь всунул руку, то есть всовывает. Здесь, соответственно, он ее как-то дергает неправильно. Мне этот момент не нравится, я буду делать... А, он ее вытаскивает. Отлично. Тогда я буду уже вот на этом моменте стыковать, и получится у меня, допустим, вот он засунул и уже вытаскивает. Здесь, и дальше что я делаю? Здесь, в принципе, я могу до конца довести и оставить так, потому что у меня, в принципе, нормальные кадры. Но все-таки я сделаю следующее. Я подрежу и возьму лучший кадр отсюда. Теперь я выберу отличный кадр с телефоном, где я хорошо видать надписи и отлично зазумено, то есть именно приближенка, крупный план. Вот, отлично. Я думаю, вот это подойдет кадр. Это я могу вообще передвинуть, либо просто убрать. Вот, смотрите, дальше я... Так, что я делаю? Я могу передвинуть и стыковать. Но это очень неудобно, бывает там наезды какие-то, да, там что-то еще. Либо же можно просто кликнуть именно левой кнопкой мыши, выделится белая область, то есть пустое место, и нажать Delete. Тем самым у нас фрагмент сразу же стыкуется к этому куску, который мы обрезали, да? Либо просто Delete и удалить со сдвигом. То есть правую кнопку мыши, чик, удалили. Отлично, смотрите, у нас уже получился пазл такой. Да, отлично, пазл, можно посмотреть, приблизить. Видим то, что здесь у нас что-то написано, да? И у нас получается такая уже небольшая сценка. Так, Серега, стоп. Мы с самого начала не подрезали. Он здесь стоит, нам это не надо. Мы хотим, чтобы он уже у нас шел. Здесь также мы двигаем и удаляем. Но можно сделать намного быстрее. Также с подрезкой клавиш горячих мы делаем Q, нажимаем, и у нас уже со двигом даже двигается, это очень удобно. Итак, что у нас получается, смотрите, чик, переход, отличный кадр и на общий план. Здесь можно, в принципе, подрезать, а можно и оставить как есть, здесь также можно. Дальше, но можно еще что сделать, допустим, нам надо на данный момент... А что сделать? Нам можно его ускорить, а можно замедлить. То есть смотрите, что можно сделать. У меня сделано 60 FPS. То есть это 60 кадров. Это у меня, в принципе, как раз таки для... это большая частота кадров, высокое качество. И я могу делать слому, то есть замедленную съемку, в принципе, качественно. Вот. Для качественной съемки слоумо нужно делать 50 или 60 кадров. Ну, естественно, выше уже еще лучше будет. Но, естественно, чем выше кадры, чем мощнее нужен вам компьютер, потому что просчет будет идти полностью на процессор, и, в общем-то, со слабым ПК будет работать вообще некомфортно, так что это нужно учитывать. Качество... Ну, мне кажется, понятно, что если качество видео будет большое, там 2К, понятное дело, компьютеру нужно будет мощнее. То есть, ну это, блин, дураку понятно, ребят. Вот. Так, ну что можно сделать? Смотрите, я хочу, например, сделать так, чтобы он быстренько ускорился, и потом замедлился, а потом опять ускорился. Смотрите, что я сделал. Первый кусок я сделаю так, скорость, и, например, сделаю 300. Но мне надо, чтобы у меня он, скажем так, не прерывался, да? То есть, чтобы у меня он как бы ускорился, и не было никаких стычек, что типа я там подрезал. Окей, дальше что я делаю? Дальше я убираю вот этот слой, то есть убираю пустое место. Здесь он у меня ускорился,
Даже можно сделать больше, слишком пока незаметно. Я сделаю, давайте как 500. Сделаю 500 и сделаю опять-таки сюда. Смотрим. О, у меня такой побежал. Ну, он у меня, в принципе, здесь и так замедлился, если честно, потому что так снято. Но теперь я сделаю замедление. Я здесь разрежу. И теперь этот кусок я отодвигаю подальше, чтобы мне я сейчас буду замедлять, и у меня кусок растянется. Например, я замедлю его. Так, насколько я могу замедлить? Я могу в качестве нормальном замедлить 40%. И у меня будет отлично сломано, да. Итак, здесь ускорился. Здесь замедлился. Отлично. Теперь я это стыкую, и у меня никаких не будет рывков. У меня будет все плавно. Словно этот один файл. Ну, то есть, это и есть один файл. Все, да, отлично, в принципе. Ну, вообще никаких всяков нет, смотрите. Вот и все. Дальше, например, можно сделать переходы различные. Но скажу так, то что на такие съемки, как у меня в данный момент, переходы не нужны вообще, потому что, ну, это, скажем так, уже, как кино, что ли, наверное, сказать. И уже если делать какие-то переходы, будет глазу совсем, ну, не то видно. То есть вы уже будете, как объяснить, в общем-то, для каждого видео смысл нужен, какое видео снимаете, да. То есть если есть какой-то там офигенный тренировочный процесс, где надо показать с какого-то плана на другой крупный план, естественно, да, там можно давать какие-нибудь переходы, там зума, еще что-то. Но здесь нет, мне здесь не нужно делать переходы. Так, хорошо, что еще можно здесь сделать на данном этапе? В принципе, ребят, ну, на данном этапе, на данном вообще первом видосе, это ваш, если это ваше первое видео, потому что видеоролик это я делал для тех, кто, у кого первое видео вообще, то есть вы не понимаете монтажа, это для вас, а не для про, там, кто уже знает даже основы, сейчас там уж начнете писать там, что тут вообще тут говоришь, я тут пришел смотреть ролик, там это, что-нибудь еще. Это вообще для тех, кто только вот скачал пример, он даже не понимает, что с ним делать и как что делать. Вот. В принципе, вот сейчас вы сделали уже целиковый кусок. Что вам остается сделать? Вы должны понимать, что когда вы растягиваете видео или ускоряете, у вас ускоряется также и голос. То есть это нужно понимать. Вот. Дальше. Музыку, да, теперь, в принципе, вам нужно поставить музычку сюда какую-нибудь. Это мы сделаем, в принципе, прямо отсюда. Я выключу плеер и возьму любую музыку какую-нибудь. И просто подставляю ее сюда. И здесь у меня в данный момент сейчас будет начинаться музычка. Ну, музыка вообще не подходит под это видео, ребят. Я вам просто показываю, как она должна быть. Вот, естественно, чтобы не было рывков музыки, не было таких вот резких каких-то басов, мы, давайте так, с эффектами, наверное, мы не будем пока вообще в этом видео ничего делать. Я вам показал основу, а уже эффекты, различные переходы, то есть уже дальше светокоррекция, мы будем это уже в следующих уроках говорить, потому что на данном этапе вы загрузили видео, вы сделали черный монтаж, и поставили музыку. Все, в принципе, здесь уже, ну, я не знаю, это база. Дальше давайте так, мы сделаем текст. Вот, подложим текст. У нас вот появилась графика. Здесь мы пишем текст любой. Например, я пишу привет просто. Он может быть в начале видео. Он может быть у нас, скажем так, где-то в середине, неважно. Сейчас я вам просто показываю. Это не основа какого-то, да, там, видео, где должно быть именно эта надпись, а просто показываю так, чтобы вы понимали. Текст. Ну, текст плохо виден будет так. Нужно будет перейти в настройки текста, и здесь уже выбрать шрифт. Различный можно выбрать. Например, я хочу такой. Так он не выбирается. Нужно выделить текст. Окей, выделили. И теперь выделяем привет. То есть теперь я выбрал текст. Отлично. Теперь я хочу добавить тень, естественно. И вот теперь у меня уже более-менее видать. Отлично. Текст. И уже более-менее можно делать.
такие вещи. Привет. Также можно теперь его скопировать, взять на него, навести, выделить его, зажать Alt, перетащить, и мы выделяем. И здесь мы уже можем заменить спокойный текст, и он при этом не будет меняться в той колонке уже. У нас будет отдельно, например, привет, мир. Тем самым мы получаем одинаковые куски, но с разным текстом. Привет, мир, отлично. То есть здесь уже, я думаю, понятно, да, то, что вы можете уже сами комбинировать, как хотите. Пожалуйста. Вот. В принципе, ребята, это была основа и проверочная база для вас. Естественно, еще кучу и много вот что вам показать есть, научить. Задача главная ваша сейчас просто, скажем так, дать понять, что вам нравятся эти такие ролики. И, естественно, я уже начну вам пилить, и все будет. В общем, ребята, это база. Вот, и еще хотелось бы вам сказать, чтобы вы заходили в группу ВКонтакте. Ссылка будет в описании. И я делаю дизайн-графику для стримов. Можете там заказать графику, можете купить. Там есть магазин, также недавно вот появился магазин. Можете зайти в группу, посмотреть, что-то себе приобрести. И, в общем-то, вот так. В общем, ребята, с вами был Чамбермен. До новых видосов, пишите комментарии и обязательно ставьте лайки. Всем удачи, ребята.